Так, это не туда. Привет, друзья. Наверное, есть кто-то? О, присоединяются люди. Какое у нас сегодня число? Десятое число. Будем сейчас с мышцами РФ, сейчас они переоденутся и придут. А мы снимаем сегодня, как и планировали, тренировку с классиком. Вот он, классик. Привет, перископ. Привет, сейчас, подожди, я покажу с другой стороны. Сейчас тебе покажу. Покажись. Привет, перископ, привет, подписчик. Ну, встань-то, покажи. Слава, сегодня мы спинили тренировку спины. Сделай что-нибудь, покажи два момента. Ну, вот он, классик. Прогресс не стоит на месте. Мы стараемся, тренируемся. Да, привет, сегодня, ребят. Покажем. Да, у нас сегодня будет тренировка делать. Спины, да. Вот. Антох, сколько ты ростом? 1,92 м, рост высокий. 1,92 м, а сейчас весишь? А на данный момент вес 110 кг, на сцену смогу выставить 100 кг. 110. Мышцы РФ это что? Это такой канал, ребят, мышцы РФ. Ладно, сейчас если я покажу Антону, все равно будем показывать в самой съемке. А, да, там. Вот, сейчас будем делать тяжелую тренировку спины. Ну, собственно, отстающая мышечная группа Антона. Но расскажем про периодизацию, про циклирование нагрузок. Вот. Ну, слушайте, каждый по-своему себе представляет. Да, Красноярск, привет. Вот. Покажем, я думаю, очень тяжелую тренировку спины, такая она будет хардкорная. Расскажите про супы, а что про них рассказывать? Я их ранее редко ем, как-то не получалось, давай фреш фитнеса. Сколько в БЦА в день принимать максимум? А я не вижу смысла больше там 20 грамм их есть. У Антона, да, спина отстает, но мы, надеюсь, к мелдронату. Хорошо отношусь, его в список запрещенных внесли в ВАДовский, использую его периодически. Воронеж, привет. В Тюмень собираетесь? Вот не знаю, нет, в Тюмень, наверное, сейчас Мишка уедет без меня. Нет, Станова не будем, под вопросом. Да, из Иркутска, привет, будем в Иркутске 17-го, по-моему, 17-го улетаем. Возьмите на работу ваш зал. Ну, я, к сожалению, не занимаюсь набором персонала. Ну, слушайте, народ есть. Час 20 после тренировки кардио делать? Да перебор это, не надо. Не надо так много делать. Что пью из спортпита? Креатин пью, протеин БЦА. В Воронеже нет. Как судя к татуированному относится? Ну, а что делать? Уже татуировки есть. Не очень хорошо относится. Какая программа? Ну, а что, программа в основном, когда говорим о сжигании жира, идет разговор все-таки о диете, а не тренировках. Гранаты, овсянка на молоке, на сушке можно. Ну, я бы молоко брал. Можайск, привет. Креатин для почек вреден? Нет, не вреден. Задержки воды не настолько существенны, чтобы... Рацион в течение дня. Вот я хочу сейчас сделать большую статью. Наверное, сделаю. Гранат, слушайте, не помню, если честно говоря, что там в нем содержится. Не думаю, что есть какие-то там проблемы. Добрым веселым ставим лайки Стасу. Габа хорошая вещь. Ну, если не заснете сразу после того, как выпили габу, то можете весь день, точнее всю ночь, шляться по квартире. А вообще, ну, это гамма-аминомасляная кислота, тормозящий нейромедиатор. Мальтодекстрин после тренировки можно? Мальтодекстрин. Зачем? Вопрос, зачем? Если вы утром тренировались, еще как вариант, если вы кроссфитер, да, так, зачем? Интервальное кардио. Сейчас не делаю вообще кардио в рамках эксперимента, а так, да. К сауне после тренировки, ну, слушайте, теория о том, что быстрее молочная кислота утилизируется, она и так быстро уйдет. Ну, лично нагрузка на сердце. Сзади парни стоят, длинно пропускают. Сзади кто там? Кстати, у одного из парней там ноги такие, у него икры почти 50 сантиметров, и напрасно тут. А где предыдущая съемка круговой тренировки? Ну, не знаю, слушайте, ребята же как-то их монтируют и выкладывают все-таки как-то по определенной последовательности. Стас, вы меня игнорите? Нет, я не игнорю, просто не понимаю, что это вопрос. Для бойцов бета-аланин очень классно работает. Нет, есть не нужно, потому что это будут ваши любимые ноотропы. Я пью, периодически курсами пью. Винпоцетин, дмая и пироцетам. Секрет сухости в диете. Сегодня будем про специализацию говорить, но не показывать. Давайте тренировку, а мышцы переодеваются, парни, я не могу. Что делать с растяжек? Слушайте, это вопрос косметологии, это не точно. Михаил Гомонюка, мы думали, но если его прокачать, вся идея пропадет. Он такой тюлененок и говорит об умных вещах. БЦА, да, конечно, для единоборцев очень хорошо. Мэнс физик с нуля,
Ну, не знаю, смотря что там есть изначально, если есть мышцы, за один год подготовить не вопрос. Растяжка важна. Я не делаю, хотя, конечно, понимаю, что важна. Соя рыбным консервом. Ну, сою не использую никак, а рыбные консервы. А как я могу к Андрею Маланичу относиться? Я лично не знаком, но легендарный спортсмен. Ну, я уже говорил, что человек, который в одном движении поднимает больше, чем я в трех, как я могу к нему относиться? Конечно, с уважением. Ракутан, ни в коем случае не вздумайте, если хотите угробить свое здоровье, то ради бога. У меня занимается практикующий врач-дерматолог, я уточнял, ни в коем случае. А вот мышцы РФ, вот они. Мышцы РФ, поздоровайтесь. Всем привет. О. Всем привет, ребят, скажут. Сейчас оденем на нас микрофоны и будем снимать. А, инсулин. Вместо ракутана липоевая кислота, но все равно тут вопрос, надо посмотреть, из-за чего происходит акне, все-таки это заболевание, реально заболевание. Видео на канале снимать будете? На каком канале? Какая так? Не понимаю, почему Кравцова больше не слышно. Я не знаю, честно говоря. Вообще, по-моему, он в Саратове живет, если не ошибаюсь. Команд телефон вытащить. Ну а почему нет? Что значит похудеть? Я не очень понимаю, что значит похудеть, занимаясь тяжелой атлетикой. Похудеть, просто иметь меньше вес можно. Витамины на постоянной основе необходимо принимать. Ну, если вы их недополучаете из пищи, то да. Нет, проблем с спиной, как выяснилось, у меня нет. Есть протрузии, но далеко еще до крыши, надеюсь, не получится. У меня 183, Антон 192. У тебя, да, рост? 192 рост. После тяги это гриф, болит поясница. Ну а что я могу предложить, да? То есть как выйти из этой ситуации? Искать альтернативное упражнение, тяга гантелек, наклоне к поясу. Не будет. Жиров ем где-то 80 грамм сейчас в день. И думаю, что эта цифра должна где-то быть. А пептиды, да, ШРП никогда не пробовал. Знаю, что люди пробовали. Так, ну что, собираемся, все? Да? Все, все готовы. Вот. Сейчас покажем. Вот. Все притихли и пошли снимать тренировку. Все, до встречи. Может быть, еще по ходу дела, пока они там будут снимать Антона, который тянет там, не знаю, много будет тянуть. Килограмм 150, думаю, потянет. Килограмм 150, говорит, потянет. А я включусь и покажу, как все это выглядит со стороны. Все, ребят, пока, до встречи.